скучали, ребятушки мои дорогие, вы говорили, ну где, ну почему этот год проходит без замечательнейшего слабого звена, а вот же оно, слабое звено уже здесь. Сюда! Большой турнир позади, чемпион! Известен чемпиону, вручен приз. Да, это тебе. Спасибо большое. Это безумно круто. Я никогда это в жизни не разыграю. Даже не думайте, подписчики. Это только мое. И больше ничего. Вы никогда не потому что из-за этого ебаного нанесения. Ну да, никому не нужно. Сейчас январь начинается с нескольких таких показательных выпусков вне турнира. Мы просто собрали здесь людей, которых вы больше всего хотели видеть в слабом звене. Их имена, фамилии, никнеймы выписали у меня в телеграм-канале Фидос. И вот два выпуска я сегодня собираю. Что, опять яйца? Если, да не, ни в коем случае. Понимаю. Если кто-то сегодня выиграет, он новый чемпион. Нет. Размечтался, сука. На полнейшем расслабоне, все на кайфе. Мы сегодня снимаем выпуск, а с кем, вы сейчас узнаете. Привет, меня зовут Вьер Эйтон, игрок Тудроц. Игрок. Основной игрок Тудроц, да, прости. Понял. Пенальти наоборот. Ты вратарь? Да, я черный Буффон. Вопросы. Почему? Касаемо медиафутбола, потому что я вообще ничего не шарю. Сорвать все планы Амкала, потому что они говорят, что этот год будет их, типа, выиграть все. Ну, у меня есть план сорвать их план. Ты все-таки переходишь в Амкал? Нет, не настолько. Роман Калинченков, Ромары. Вокруг света очень легко, очень легко. На чеканить головой 15 раз очень легко, а все остальное как-то очень сложно. Когда ты бьешь пенальти, мне кажется, это камера в этот момент. Вот тоже. Она же посмотрит. Нет. Всем привет, Олег, свободный агент. Ну что они там, было же головой, да, 10 раз начекали? 15. Ну, что-то такое легкое, короче. Вообще, любимое вот это, когда просто штука выпадает. Это как называется? Сейчас. Не помню, честно. Подача? Свободная подача? Во что я играю? Теннис. Как теннисе. Ты их, кстати, рекламировал, помнишь? Да, да, да. А, но забыл уже. Не, я теннисе помню, но... Оно так называется, задание, теннисе. А, все, хорошо. Я думал, там фрибеты какие-нибудь, ничего не так. Ага, нет, поэтому... у тенниса нет фрибетов. Забыл просто. Поэтому... У тенниса зато бесконечные бонусы. Вот, бесконечные бонусы. Вот когда оно выпадает, вообще здорово. Кайфуешь? Ну, считаю, уже дорогу оправдал, как бы домой можно поехать. Конечно. Что лучше, что круче, когда выпадает теннисе бет или оргазм? Когда выпадает теннисе бет, конечно. Угловой, наверное. Угловой же был, блин, с нулевого угла. Ну, угловой с нулевого угла, блин. Ну, найти себе команду, вот, в МФЛ. И выиграть МФЛ. С этой командой? С этой командой, да. Так и думал. Ну, не в одиночку же, блин. Это максимальный темп, в который ты можешь? Со сломанной ногой, да. Ты приехал со сломанной ногой? Да. Ривен Бруни Федор, а.к.а. Сантьяго Федос. Теннисе. Пенальти Рабонный. Аккуратно, там галик, кресты. Стать амбассадором Спайр. Ты ебнулся? Ну да. Блин, Жека, а подпиши его реально. Пускай будет. Ты же, блин, ну это самое, что я говорил. Вот, мне интересно работать с Фидосом. Ну привет, я Фима, Анастасия Савина. Начеканить головой 15 раз. Мне кажется, у меня идеально получается это. АТВ, наверное, я бы вычеркнула бы. Планы грандиозные. Хочется, как и всегда, становиться более популярной, известной в медиапространстве и развиваться. Чемпион слабого звена 2023 года и 2024 тоже. Дамир Тригулов, а.к.а. Дамирони. Фух, бля, я это сделал. Да, вы просили, ждали. Это я. Я к вам пришел с песней. Сегодня утром я услышал в наушниках свою знакомую песню. Забыл, о чем сейчас. Стой, я телефон забыл. Пожалуйста. Ты не шутишь? Я тебе клюсь, забыл. Я все утро учил, и я забыл, прикинь, начало песни. А, все, Фидос. Все, извини, все. Клянусь, честно, вспомнил. Весь мир у нас в руках, мы звезды континентов, мы к вам приехали на час. Привет, бонжур, хеллоу, на, скорее, любите нас, вам крупно повезло, ну-ка все вместе, Дамир чемпион слабого звена. С нулевого угла. Наверное, ударить леща Фидос, не так-так все задание.
не знаю, для чего ты его ввел. Ну, мне, допустим, не кайф. Ни разу не справился с ним. Не хочу справляться с ним. 23 задания. Вы можете выиграть 182 тысячи рублей. Все, как всегда, времени больше. Нет, вообще, давайте начинать прямо сейчас! У-ху! Лонгшот. Давай! Давай! Я сама в шоке, если честно, почему он не прыгнул. Потому что новогоднее чудо. Строим. 500 висит, ты строишь попасть в очко. Мое. Ну ничего, ничего, ты хотел как-то выделиться. Ничего страшного. Я устал быть ноунеймом. Лонгшот наоборот. О. Кстати. Стой, стой! Он 3000 в банке! Я чувствую, мы все бабки у Фидоса сегодня заберем. Для этого я качал пресс, чтобы отбить их туда. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Я не посмотрел тебе, выпуск, где Дамир был Дедом Морозом. Я посмотрел его в Сапсане уже в пути, но было поздно. Поэтому... Вода из Невы. Новый год начинается с подарков. Там... Браво! Вот это вот реально, я уже не зря приехал. Остальные часы. А в какой момент, ты понимаешь, что ты, тварь, сделал поле чудес из моего слабого звена? Ребята, дорогие, кто из регионов, оставляйте свои заявки, пишите мне. Будете сюда приезжать с подарками, ну, соленья, все это приветствуется. Фидос, вот тебе вот просто респект. Эйтан наконец-то поест за 3 дня, блядь, первый раз. Жри. Жаль, не попил. Следующий Дамир, потому что Дамир повел себя как ребенок в выпуске и не пустил Фиму в супер-пупер-финал, поэтому это тебе, детское питание. Следующий подарок мог бы быть Олегу, паспорт Российской Федерации, но это не так. Но у меня он уже есть. Да. На самом деле, вот сейчас подарок, который я не мог предвидеть, что, к сожалению, так произошло, я решил сделать подарок Роме такой, потому что, как оказалось, уже бывшая девушка у тебя была азиатка, это чай китайский. Я не знал этого, извиняюсь. Витя должен был быть в выпуске изначально, поэтому подарок Олегу переходит просто Вите, потому что он... А что это аскорбиновая кислота, чтобы вылечиться, потому что когда человек переходит в родину медиа, это надо лечиться. Хорошо. Вот. И подарок Фиме просто не стал ничего придумывать. Моцарт. Ничего, я ничего не стал ничего придумывать, ничего не привез. Моцарт хотел просто поблагодарить тебя. Ты там просто коробка. В нашу песню вносишь свою нотку красивую, поэтому... Спасибо. Вот так вот. И это подарок Фидосу, но он может поделиться с каждым. Вкус Петербурга, шоколадки. Там кокаин? О, это мне? Блять, она пустая. Он сожрал все, пока ехал. Давай положим. Положим? Да. Смелый. 500 рублей в банке. Пенальти пятки. Это все курочка, ребятки! Хотите забивать, ешьте KFC, ребятки, и все будет чики. Ой, а кто KFC-то принес? Может, это... Надо продвигать? Тот, который вылетит? Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Банк. Банк 1000 рублей уже там. Какие очкуны, блядь. Да, очкуны жесточайшие. Я думал, Новый год начнется чуть иначе. Гол с подачи тебе подают, надо пробить не ближе линии вратарства. Очко еще! Еще и очко! 500 подвесок, 1000 бан. Он хотел межнациональную рознь здесь. Как сказал Настя, хорош Роба, поэтому Рома заработал в банк. 1500 бан. Роман лучший. Роман Олег. Это Олег. Я не Ольга, я Антон. Вопрос. Кто занял третье место в МФЛ 4? 10 секунд пошли. МФЛ 4? МФЛ 4. Блядь, ну это... Эгрис. Это правильный ответ. Сближается с вратарем Лукич, играет по игроку, удар! Гол! 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 Эгриси! Третье место в четвертом сезоне медиалиги! А подожди, 500-то висит. Да, кладем банк. Кладем банк. Это самая великая дружка, смелая команда. 2000 рублей. Какие уже хорошие. Кроссбар с точки пенальти на 8 перекладин. Да! Попал! Да! Что происходит? Он выбирает палец. Что ты сейчас сделал? Я выбрал, кто будет решать мою судьбу. Безымянный вышел? Я перся 4 часа, 2 часа орал, ребенок, сейчас домой поеду, ёпта. Ну, нахуя ты орал? У тебя есть ребенок? Он наорал на палец. Ты что, с ума сошел?
Гол с подачи. Блин. Давай, Федос. Еще. Блин. Он еще и в ногу ебанул свою больную. Извини, я не хотел. Я просто думал, что... Я думал, что он над тобой пролетит, а оказалось, что ты занимаешь очень много площади. Очень большую площадь ты занимаешь просто. Очень больно? Очень. А куда я попал? Нет, я ногу ударил. Очень больно. А, не из меня. Тогда мне похуй. Вот сам попадай. Вау. Нихуя у него рука. Тигр на связи. Я у него рука. Походу это гик нахуй. Да гик нахуй. Лоншот наоборот. Хорош. Это иммунитет. 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 Ребятки, иммунитет я уже доволен. Как я рад то, что это выпустил из тут рот, сука! Ты за бабки тут, успокойся! Ему не надо для этого ничего делать. 500 рублей неси. Банк? 2500 в банке. Самая смелая команда. Выход один на один. Да. У меня иммунитет! У меня иммунитет! Да, 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 да! У него тоже получается, какие талантливые актеры. Мариночка! Марина! Что с ней? Рожает она. Привезли в ближайшую больницу. Сохранить. Банк. 3000 рублей банк. Супер близ, трибинальцы подают. Еб! Ты отскок! Федос был близок, так близок ты был. Иммунитет. Дамир, иммунитет, давай. Берем карточки, голосуем. Да, 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 да. В первом раунде вы положили в банк 3000 рублей, хотя могли положить 13 тысяч. Иммунитеты у Эйтана Виейры, у Олега Дрожжука и у Дамира Тригулова. Против них голосовать нельзя. Ну и давайте выясним, кто из вас выглядит максимально протухшим. Ему стоило бы оставаться в старом 2023 году. Кто из вас мечтал оказаться тем самым носком на члене у чувака с тусовки Ивлеевой? Давайте проголосуем и узнаем, кого вы считаете самым слабым звеном. Федос, береги свою ножку. Нельзя против себя. Рома, Фима, что хотите. Федос сделал подарок, за который мне еще получается. Во-вторых, вот. Добрячок. Фидос. Так, я еще. Это типа, ну, с этой стороны написано, кого я хочу кикнуть. Настя. Ну, я не могу, Снегурка. Рома Кент. Остается один вариант. Чисто нахер. 52. Фидос. Я не могу кикнуть того, кто мне принес курицу. Ну это вообще, ну, у нас так в племени не принято. И я решил вот просто. Рома. Да, врага себе ты начал в этом раунде. Ну вы просто представьте, друзья мои, это же насколько нужно быть максимально неудачником, чтобы потратить свои бабки. Приехать сюда, ты встал сегодня в 4 утра? В 3.30 утра в Питере, сесть на Сапсан, трястись там 4 часа, ребенок орал. Он не выспался, приехал в Москву поучаствовать в слабом сне и вылетел первым. Ты подарил всем подарки. А лучшим подарком тебе был бы, наверное, Фейри. Ведь только Фейри лучше всего избавляет от жира. Фейри, покупайте и мажьтесь. Блядь, ему за эту интеграцию заплатили? Сантьяго Фидос. А может быть, Сантьяго Пиздос, как ты разжирел с прошлых съемок, а? Я просто в шоке, честно говоря. А кто не в курсе, почему Фидос потратил так много денег на билеты до Москвы? Ему надо покупать два места. Слава богу, я похуй. Сантьяго Фидос покидает нахер видос, становясь слабым-слабым звеном. Прощай! Они приедут в Питер, и там их будет гостеприимно встречать в столице культурная. А здесь уважение какое-то должно быть к старшим. Я ведь лысею.
Вы писали 1000 комментариев про меня, и я хочу отблагодарить вас этим. Мне безумно приятно, что теперь вы считаете меня главной звездой слабого звена. И специально для вас 3 подарка, подписчики. Любые комментарии, которые напишут, что Дамир лучший игрок слабого звена, это первый, кто победит. Второй, кто напишет новое правило для слабого звена, это второй, кто победит. И третий, любой третий комментарий, я сам выберу, короче. И вот, 3 комментария, я отправлю 3 вот этих подарка. Это ваши любимые персонажи в слабом звене. Кто-нибудь такое видел, кто там делал, а я сделал заказ 3 персонажей слабого звена, самых крутых. Первый, это Федя Маслов. Второй, Фил Воронин. И третий, ваш любимый Эйтон Тудроц. Второй раунд, у вас в банке 3000 рублей, хотя могло быть 13. Погнали! 500 в банке. В банке 3500. Господа. Одно сразу. Наказываю Фидоса за все. Посвящаю этот гол Фидосу, который вылетел. Хорошо, я тебе гол посвятила. Спасибо. Верните мне мои деньги. Твари. 4000 в банке, попасть в очко. Ром, вот. Там не сложно, там уже Олег сегодня уже размял. Обратно, браво, браво, Ром, браво! Нет, нет, попал, я что, вижу. Спасибо, спасибо, это было самое сложное мое задание в жизни. Давай построим первый. Ну, наконец-то! Если сейчас просрешь, извини, Эйтон, без шансов. Нет, ты давай, нажимай, нажимай. Первое слово дороже второго. Пенальти слабой ногой. Ой, блядь! Он мои 500 проебал. Вот так и строится. Ты просрал деньги? Да гены! Я нормально пробил, там штанга была. Походу это не нахуй. Пенальти наоборот, я тебе бью пенальти. Бессмысленно. Лонгшот с лёгким. Я ничего не хочу говорить, но это кик. Это кик. Камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. У него сейчас... У нее задержка. Стой, стой. Вар. А? Вар, задержка была. Так задержка была. Ну, у нее. И какая разница, у кого задержка? Да, но если у Фимы задержка, и она все равно показала бумагу и проиграла, это меня должно волновать как-то. Да. Меня должно волновать, если у Фимы задержка, меня должно волновать только если я ее муж. В остальном меня это не очень волнует. У нее преждевременнее сохранять невозможно. Началась родильная деятельность. Супер близко, 3-15. Ой, это сложно. На первом, ну это кик нахуй. Стоп, мы не строим ничего, потому что ты испачкал телефон. Ёпта, все черное. У меня белая ладонь, он пьет. Вот, потому что теперь белая, ты вытер. Ну относительно. Кроссбар, иди. Я не знаю, короче, вот если я сейчас не попаду, как будто бы я пойду после этого задания на... Ты решил просто хуй жить. Я всегда пенальти Рабона бью. Ну что-то наоборот еще. Все, давай, без разговоров, ты пропускаешь, мы продолжаем. Давайте. Вот так надо было, эй. А просто там не пенальти было. Ой, посмотрите, кто расстроился. Иди сюда, Бабатик, ты что расстроился? Давай, беги. Бери свой телефон, веди свое видео. Бля, смотри, решил медиактивность. Он что с ведущим себя ведет? Медиактивность решил проявить. С какого хера он с ведущим себя ведет? Бля, он вообще не представляет, ведущим быть непросто. Да ладно. Хочешь попробовать? А давай. Давай. Все, давай. Нет, я не жму руки. Ну давай договоримся, следующий выпуск ведешь ты. Никаких условий. 500 тысяч. Банк, конечно, банк. Я же не крыс. 4500 банк, если я ничего не... Я же не крыс, который наплевательски относится ко всем белым. Геннадий Рабунов. Пенальти Рабоны. Спасибо всем. Спасибо всем. 4500, да? Красавчик. Да. 500 у вас висит, а в этом раунде вы вложили в банк где-то 1000, по-моему. У вас в сумме 4500. Хотя могло быть уже 26 тысяч. Иммунитетов у вас в этом раунде нет. Ну и давайте узнаем. Кого из вас не уважают даже родители? Я понял. Так, дальше. Там все понятно, я уже понял, дальше. Ты че? Кстати, еще же не кончилось. Для кого из вас родной дом KFC? Давайте проголосуем и узнаем, кого вы считаете самым слабым звеном. Эйтан. Блин, братишку, держись. Я против Фидоса Сэ голосую. Сантьяго? Их же двое. А, ну, два места он купил, не двоих, а ну, один. Тогда против Эйтана.
Ту-ду-ду-ду-дум, ту-ду-дун, ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду-дум. Опять против него нельзя второй раз, он был. Сердце бахнули стрелы. Чё, блядь? Да, да, ещё не заходит. Стой, стой. Ты, может, ещё останешься? Да, схуй. Да реально? Поверь мне. Или ты умеешь, или ты умеешь считать? Тут то, что изменит твою жизнь, поверь мне. Раз, два, три. Чё мне изменит, интересно? Белое тело, белого человека, ладно. На самом деле... Нахуй! Я обещал, что... Эй. Что я изменю. Поэтому, эй, иди нах. Эйтон. Спасибо. Эйтон очень долго просился в выпуск не Студроц. Он думал, что дело в том, что его выгоняют из выпуска Студроц, потому что дело в его сокомандниках. Может быть, стоило поискать причины в себе? Или ты смотрел по ночам и не видел? Как называли бы Эйтона, если бы он играл в воротах? И постоянно пропускал голы. Федос. Либо Федос, либо черная дыра. Кстати, больше всего из Тудроц Эйтон любит слона. Потому что именно слон льет больше всех воды. Кстати, Эйтон часто опаздывает. Он никак не может освоиться в передвижениях по Москве. Ну, в Москве довольно, действительно довольно мало деревьев для передвижения по городу. Урод. В детстве всех нас родители водили на аттракционы. Эйтона водили на аукционы. Просто про одну тему, здесь про другую. Эх, Эйтон, у тебя сегодня черный день, как и обычно, собственно. Ты самый слабый африканец в этом, пожалуй, мире. Прощай. Ребят, я считаю, что это все несправедливо. Да вообще, сука, не хочу, чтобы никто из них не выиграл, но я понимаю то, что кто-то из них выиграет, и это вообще... Они нашли себе врага. Я их ненавижу. Федос, спасибо, что позвал. Я, как обычно, во втором раунде. Всем пока. Что ты будешь делать с 500 рублями, которые подвисли после первого... Банк, банк, все в банк. Банк 5000 рублей, банк. Лучше от снакатов. Голевая свист ты давал, сука. Иди к братишке. Я вам, уроды. Идите, подавайте, нет. Идите, накатывайте ей. Это гол. Это кик. Это да, походу, пизда вам, сука. Я сейчас морально буду вам давить. Давай в теннис. Давай. Лонгшот накат. О, накатите. А почему по... теннис иди разу не было? Накати, иди накати. Ага, хуй вам. Блядь! Он вылетел из ворот, блядь. Это кик нахуй! Это кик нахуй! Что, это я, да? Вопрос! Просто какое дорогу, место заняло шоу «Слабое звено» в голосовании на премии Media Football Awards 2023? Ебануться! Ну, в номинации «Медиапроект года». Время пошло. «Слабое звено»? Да, вот а это... сколько у меня секунд? Где 5 осталось. Так. 4. Твой ответ? 4 место. 4 место! И... Второе. Я сам голосовал за него. Абсолютно правое. Стой, дай будем честны. Я тоже голосовал. А по зрительской симпатии первое. Без накруток первое. Да, первое место занял «Черная комната», «Стол». А мы со своим слабым звеном отстали и стали вторыми. Разочарование года. Церемония награждения. Так, он продолжает. Да, мир, да, мир, да, мир. Пятьсот висит? Нет. Пойдем в банк. 5500. Камень, ножницы, бумага. Ну если со второго раза, ну как будто кик нахуй в десятку. Может уже сама сыграет? Огонь. Ребята, дамы и господа, вот сейчас вы увидели в прямом шоу то, что, ну, это уже как будто кик. Это кик нахуй! Пенальти, пыры, блядь. На, блядь! На, блядь! На, нахуй! Вы что, девушку будете выгонять? Простите меня, господи. Мы черного выгнали, что девушку не выгоним, блядь. Суки, да? Никогда больше не пойду сниматься к нему бесплатно, он вдруг позовет.
500 висит. Я что-нибудь сегодня делать буду? Я только вышел один на один, и все, и в воротах стою, и вопросы отвечаю. А акцент можно выключить? Нет. Не могу еще, недолго я в Москве живу. Месяц не прошел. Голос подачи. Я что-нибудь сегодня делать буду? Я только вышел один на один, и все, и в воротах стою, и вопросы отвечаю. Ты живая идея? Вот, собственно, как-то. Это иммунитет! Это Дамир! Тригулов! Это я, чемпион слабого звена 2023 года, блядь, Дамир, а.к.а. Тригулов, блядь, Гуди. У Дамира иммунитет, и 500 рублей отправляется в банк автоматически. После трех раундов у вас в банке 6 тысяч рублей, хотя могло быть уже 39 тысяч. Иммунитет у Дамира Тригулова, он отправляется в следующий раунд. Ну и давайте узнаем, кто из вас после каждого секса звонит Гуди, потому что это была неудачная попытка, и просит еще одну. У чьей дочери будет отчество Хуйсосовна? Давайте проголосуем и узнаем, кого вы считаете самым слабым звеном этого раунда. Олежка, он же Рома. Новые таблички. А здесь была ошибка. Има, сегодня получают все на фэп. Знаете, человечество отобрало право и голос у черных давным-давно. Я хочу дать этот голос. Я вам честно говорю, я никого не писал, я вам клянусь. Я дал табличку вот этому существу и сказал, пиши кого хочешь. Существу? Не, я не про тебя, я про Федоса. А этому я дал табличку и сказал, пиши кого хочешь. Я вам честно говорю, я не видел, кого он написал. Я никого не писал, он сам написал, я не знаю кого. Пусть он голосует за меня. Я думал, что ты просто взял человека, чтобы он делал за тебя какие-то дела. Ну, в том числе, да. Ребята, сейчас вы увидите экстра раунд. Дрожу. Я с двумя же. Не считается, получается. Неправильно написали. Значит, не считается. Абсолютно верно, что мы все не прислушиваемся к Олегу. У нас Фим. Ты как? Да я в шоке, над Ромароем. У нас дополнительный раунд. Олег против Фимы. Пенальти, лонгшот, выход 1 на 1. До первого промаха. Погнали. Лонгшот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пенальти! Не сдавайся. Покажи всем мужчинам то, что они не важно. Да? Потому что не русский. Я сделал, что мог, видишь? Да это реально не убирать, Ромарой! Говно. Это грязный, вонючий и жестокий. Жестокий мужской мир. Сначала они выгнали пухлого, потом они выгнали черного, теперь они выгнали девушку. Я думаю, в Америке бы этот ролик много бы просмотрел. И тебе бы уже пиздец. И я бы сел. Ну вообще, Настя, давай будем честны. Ты же приехала сюда сражаться со всеми на равных? Да. Как настоящая футболистка? Да. И вот это твоя главная ошибка, что ты считаешь себя настоящей футболисткой. А, вообще, спасибо тебе большое за игру в за ФК-10. Вернее, передаю это спасибо тренеру за то, что он не так часто выпускает тебя. И на эти матчи хотя бы можно смотреть. А здесь, в слабом звене, смотреть на тебя нам больше не придется, ведь ты вылетаешь. Прощай. Ну что, от Ромаро я, конечно, такого не ждала сейчас. Я считала его другом. Теперь все, у меня больше нет друга. Сниматься в выпусках я тоже у него уже не буду. Вот. И желаю, чтобы в FL 5 он не зашел со своей командой. Ребят, пишите в комментариях, за кого вы болели. Я дальше буду болеть за Дамирчика. Очень хочу, чтобы он выиграл, потому что в этом видео нет ему равных. Дамир, давай, забирай бабки и переводи их снова мне. А вы пишите в комментариях про меня какие-нибудь добрые словечки, и я буду вам отправлять словечки. С вами была Фима. Спасибо, кто болеет за меня и пишет хорошие слова. Ты! 6 тысяч рублей в банке, 39 могло бы. Последний раунд на выбывание. Мы удвоим все, что вы заработаете. Это значит, что можно положить в банк 26 тысяч рублей. Ты как ты себя чувствуешь? Выгнал Фиму. Ой, Ромарой, говно! Лонгшот. Мимо. Да, да, изначально перспективе. Ну ладно, ничего страшного. Ромарой, говно!
Тишина у вас подвисла, а деньги не подвисли. Продолжаем. Рома забил? Нет, ты что, это когда мяч в ворот не падает, это не гол. Деньги подвисли? Нет. Бан. Отлично. 6 тысяч рублей бан. Теннисе! Это значит, я не просто так уже приехал. Тысяча рублей подвисает. Тысяча рублей отправляется лично Олегу. Это бесконечный бонус от нашего партнера компании Теннис и Бет. Тысяча висит. Банк. 7000 рублей банк. 12 фирм. О, это... Он идет в банк. А мы я? Мы идем. 8000 банк. А я? Или я просто... Камень, ножницы, ты пошли. Все, бумага. Раз, два, три. Банк. 9000 рублей банк. А он выиграл, да? Да. Камень, ножницы, бумага еще. Давай, Олег. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Финансы рабоны. Я не буду забивать. Я, честно, я хочу, чтобы мы втроем сделали одну эту, ну, на вылет, понял? Чтоб честно было. Да, да, брат. Вы еще тут выбираете. А у меня вот там. Вот я выбираю, сидеть, блядь, и творить на вас. Мне жалко, честно, мне жалко. Мне жалко. Иммунитет еще. Я не забью, блядь. Я хочу, чтобы это пиздбол, это кик. В этом раунде вы неплохо заработали, 3000 в банк отправили. Хотя могли отправить 26. Иммунитет у Дамира Тригулова, он уже в финале, и он решит с кем. Он в этот самый финал отправится. Кому из вас постоянно дают слово пацана, но не держат его? Ведь слово пацана для пацана. Для кого из вас этот год станет худшим в его жизни? Давайте проголосуем и узнаем, кого вы считаете самым слабым звеном. Неожиданно, Роман. Я, кстати, Олег, я исправился и записал букву «Ж». Тут было с ошибками, теперь дрожжук. Я написал честно, Олег и Рома написал, но я хочу, чтобы судьба решила за меня. С одной стороны Олег, с другой стороны Рома. Пусть судьба решит за меня. О, Рома. Подожди. Судьба не решила, ладно. На самом деле, Рома Рой обещал мне взять команду свою новую, которую он создает 5-й год подряд. Поэтому, Олег, извини, финал иду с Ромой. Ну ты уже был готов к этому вылету морально, я видел. Эх, друзья, Олег Дрожжук. Мы тебя давно не видели, и я надеюсь, еще долго не увидим. Мало кто знает, друзья, но у Олега член стоит не ровно и уверенно, а постоянно Дрожжук. Приятно зато, девушки. Олег, ты не очень здорово говоришь и пишешь по-русски, поэтому запоминай. Жиши, пиши через И. Жо-що, пиши через Йо. Давай сразу пример тебе дам. Пошел нахер отсюда, Олег. Ты самое слабое звено. Прощай. Ну что, в принципе, сейчас считаю, ну, справедливым. Не выполнил задание. А, нет, ну, камень, ножницы, бумага. Такое, можно сказать, рандомное. Вот. И получается, что как бы на рандоме вылить. Вот. До этого не выполнил задание, как бы не забил. Вот. Короче, надо было два задания выполнять, и иммунитет, и все. И было бы без проблем. Заново, может, что-то хуй какой-то наговорил. А у нас уже удар. Давай, короче, это, заново скажу. Ну что, блин, рандомно так, камень, ножницы, бумага, Федя проиграл, зато выпал в теннисе. Тыщенку заработал, хотя бы ни с чем не уезжаю. Всем спасибо. Финалист. А мы даем вам еще по три попыточки, чтобы немножко заработать деньги. У вас сейчас 8000 рублей в банке. Погнали. Ну что, Света? Блять, он поймал. А, да, он не забил суперблист, ребята. Блять. Что, подсечки взял, а? Подсечки взял? Рука! Он уже ебет его. Нет, банк с тобой не набирает. 9 тысяч рублей банк. Да. Вокруг света. Вот, наконец-то, блядь. Было. Браво. Банк. 10 банк. Все, 10. Все, 10 мы набрали. Опять пилим, правильно? Нет. Пилить нельзя. На чекане головой 15 раз. А ты кто-то тобе, чебонка, ты тепе. Ираклий, респект.
Продолжают наконец-то эти уроды. Камень, ножницы, бумага. Тебе подарили? Это Добби, которому одежду подарили. Хозяин подарил Добби одежду, и теперь Добби свободен. Так, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Да, блин, я же говорю, поменялась. Да. Была бумага минуту назад. Финансы работают. Поздравляю с очередным невыполненным заданием. Как ты дошел до финала? С очередным. С очередным. Ладно, все, больно. Боли не будет в финале, так что погнали. А мы в финале, друзья. Рэморой против Дамира. 10 тысяч рублей в розыгрыше пенальти. Слушай, а Дамир больше всего выигрывал, а я больше всего проигрывал в финал. Абсолютно. Лонгшот. Выход 1-1. Смотри, я не слышал. Он сказал, он будет обыгрывать. Делать надо будет? Я не радуюсь. Я знаешь, сказал? Он сказал, что я буду обыгрывать? Ну, все время тебя обводит. Как с ним, блядь, играть? Давай лонгшот, конечно. Пенальти. Бля, руки есть, нету? Федь. Нет, руки нет. А, руки нет, я вижу. Давай лонгшот, по-честному. А, это будет честно? Ну, выход 1-1. А то, что он специально, блядь, засасывает 7 мячей, блядь, это честно? Ну, это будет тоже засасывать. Давай, пенальти второй. Пожалуйста. По последней папочке. Пенальти. Бля, ну он что ж, издевается? Ты издеваешься, нет? Да они не берущиеся, блядь. Как не берущиеся, блядь? Ну ты руку можешь напрячь, нет? Если ты сейчас не забиваешь... Пенальти. А у тебя лонгшот? Лонгшот, лонгшот, лонгшот. Лонгшот. Не, ну доказывай. Такой, такой финал ты хотел? Интересно? Я лонгшот бил, бля. Тут единственный вариант, провести ближний удар, угол, потому что... Ладно, все. Кубок сюда, нахуй! Кубок сюда, я новый чемпион, мне похуй! Спасибо! Спасибо, я выиграл супер-пупер финал! Я проиграл рабовой финал, да? Да. На выпуск? Вообще, если честно, прям да? А то, что я заработал за 5 выпусков 0 рублей, блядь! Твоя самоуверенность была наказана, ты ходил, расправив плечи, думая, что ты опять победил, хуй тебе в рот! А честно? Вот сюда, подусики, подусики, да? Ты сейчас заткнись, пожалуйста, и слушай меня. Из моего вонючего рта будет выскакивать вонючие слова прямо в твою ебучку. В МФЛ, друзья, нет ни одного футболиста. Казалось бы. Что ты слышишь, блядь? Я спокоен. Стекло, блядь. Я смотрел этой игры, ты никто здесь, ясно? А, Эйтан, ты не хочешь провести следующий выпуск? Хочу. Супер, ты ведущий следующего выпуска. Заткнулся. Так вот, друзья, в МФЛ нет ни одного футболиста, который бы переплюнул Дамира, казалось бы, да? Потому что все плюют тебе нахуй точно в лицо. Ну, мог хотя бы сделать вид, а не плевать, реально. Разве харкнул? Ну, прям сильно. Нет. Друзья, Дамир уже давно не показывает достойный уровень футбола. Но Стас не выгоняет его из денег. Все логично, ведь Дамир, как обычно, ставит свое очко. Если вы не знали, друзья, Дамир занимается сексом всего раз в полгода, но зато сразу 3-4 раза за ночь. Дамир Трегулов, ты играешь в футбол только за деньги. Но сегодня Ромарой решил, что ты уйдешь отсюда без них. Эх, Дамироне, давай отсюда, съебамбони. Ты самое слабое звено. Прощай! 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 Прощай со всех вокзалов поезда! Дамир Трегулов навсегда! Что тут говорить? Эйтан, Черный, Федос, Сантьяго, Ромаро говно, Олег дрожу, дрожит, блядь, плов делает. Ну и Фима моя хорошая. Да что тут говорить, скупленный Федос на самом деле подался, потому что он сказал, что 5 выпусков подряд, у меня даже переписка, все, сейчас ставит сюда скрин, где он меня просит не выиграть выпуск, потому что 5 выпусков подряд выигрывать, это уже too much. Я не сделал только одно задание в выпуске. И я проиграл. Ну, честно? Ну, решайте сами, я считаю, что это нечестно. Это... говно. Но все равно, я чемпион.
запомните это. Чемпион. Я не Эйтон, я чемпион. Конечно, ты не Эйтон, блядь. Эйтон во втором раунде уходит, а этот, блядь, до финала доходит. Рядом с нами, друзья, Ромарой. Вы мечтали, хотели, это первый победитель слабого звена в 2024 году. Я выиграл чемпиона. Ты чемпиона? Да, ты выиграл в первом выпуске. Я первый победитель этого года. На данный момент я действующий. И я должен спросить у тебя, Ромарой. Ты можешь ничего не говорить, я никогда не играю в суперигру. Но ты можешь ведь удвоить деньги, у тебя 10 тысяч рублей в банке. Я знаю себя, я свою удачу только что проебал на финал. Угу. Я ее копил, на финал проебал, но мне сейчас супер. Поверь. Ты отказываешься играть в суперигру? Это его право, друзья, Ромарой отказался сыграть. О, если бы я проиграл, блядь, пошел нахер, Ромарой говно, блядь. Я новый чемпион. Ромарой говно, блядь, комментарий. Ты, сука, блядь, жим-жим. Сука, я новый чемпион. Стой, Ром, я тут 5 выпусков. За 5 выпусков я мог заработать 190 тысяч. Заработал, лоль. И ты, блядь, в суперфинал не играешь? Серьезно, я трачу на сапсан такие деньги, умный, ты блядь? Не можешь рискнуть деньгами меньше. Рискуй, 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 рискуй. Просто... Ромарой не рискует. Давайте узнаем, что ему выпало бы, если бы он все-таки рискнул бы. Начинать головой 15 сегодня раз. Бы я не смог. Ромарой все равно становится победителем первого выпуска в этом году. Собирает 10 тысяч рублей. Спасибо тебе. Я благодарю вас всех, друзья, за то, что вы были здесь сегодня. Федот, спасибо, что пригнал. Ты красавчик. Эйтон, спасибо тебе, что поучаствовал. Ты тоже лучший. А, Фима, спасибо тебе за то, что приехала. Всегда рад тебя видеть. Олежа вылетел последним. Спасибо. Дамир Трегулов, извечный гандон и мурдак, который хочет... Ты боишься. До свидания. А, Ромарой, победитель этого выпуска. Каналы всех этих ребят остаются в описании. Показательный выпуск. Еще один мы снимем прямо сейчас. Там уже ведущим будет Дамир. Я буду участником, плюс еще несколько ребят. Так что ссылочки в описании я оставляю на всех этих ребят. Можете перейти, посмотреть, чем они занимаются у себя в соцсетях. На канал Фидос тоже подписывайтесь. Слабое звено. Я думаю, что скоро мы возьмем небольшую паузу в слабом звене. Хотя, может, иногда какие-нибудь выпуски будем делать. Хрен его знает. По поводу нового турнира в 2024 году. Пишите, нужен он или нет. Или Дамира оставляем чемпионом турнира навсегда. Конечно, нужен в таком случае турнир. Я чемпион, нахуй. Ты не можешь быть чемпионом. Это показательный. Короче, все, надоело говорить. Увидимся с вами. Пока! Я посмотрел все твои интервью, звонил всем твоим родным, близким и спросил у них, чем ты увлекаешься, что ты любишь, что ты хочешь. И все твердили одно и то же. С 2 до 5 лет ты мечтал об этом больше всего в жизни. Моя девушка все распаковывала, это подарок. Есть ли предположение, что там? Да. Я думаю, там коробка. Ну... В коробке Лего. Нет. Это мое предположение? Да. Можно открыть? Да, конечно. Это трансформер? Нет, это Ишкариум. Что это? Не об этом ты мечтал слышать? Об этом. Что это? Ишкариум. Босс в игре Halo Infinity. Это он. Спасибо. Ладно. Если честно, на самом деле, нет, он честно, похож на тебя, потому что... Тебе может казаться, что я выказываю мало эмоций, но это действительно то, о чем я мечтал не только с 2 до 5, но и всю последующую жизнь. Это лучший подарок в моей жизни. Помните, мне дарили iPhone? Полная хуйня. Как-то... Ишкариум. Как? Как-то как хочешь отблагодарить? Эшкариум. Эшкариум.